Сегодня в Самаре дали старт досрочному голосованию. Раньше всех смогут сделать свой выбор те, кто 13 сентября прийти на избирательные участки не сможет. Что считается уважительной причиной и как обеспечивают безопасность, Ирина Трофимова узнала. Едва успел открыться этот избирательный участок, а самые активные граждане уже пришли проголосовать. Те, кто выбор свой сделать готов, но приехать сюда в единый день голосования не сможет. По уважительной причине. Такой может служить отпуск, командировка, состояние здоровья или график работы или учебы. Подтверждать это ничем не нужно, необходимо лишь написать соответствующее заявление. Мы, граждане, должны воспользоваться своим правом голоса. Отдать за того, кого хочу видеть избранным депутатом. Важен голос каждого, как неоднократно отмечал глава региона. Максимальная явка обеспечит максимальную прозрачность выборов. Проголосовать можно на своих избирательных участках, а узнать, где именно они находятся, на сайте избирательной комиссии региона. Отдать свой голос заранее можно будет со 2 по 12 сентября. Работать участковые избирательные комиссии будут с 16 до 20.00 по будням и с 10 до 16 часов выходные. Сейчас, соответственно, во избежание каких-либо любых возможных эксцессов, территориальными избирательными комиссиями принято решение передачи, соответственно, для досрочного голосования минимального количества бюллетеней для того, чтобы обеспечить необходимость досрочного голосования в целях обеспечения сохранности основного тиража бюллетеней. И не более чем 10% по общему правилу передаются в участковые избирательные комиссии. Все невостребованные бюллетени останутся в УИКах, позже их смогут использовать уже в единый день голосования. Ирина Трофимова, Александр Дудко, новости губернии.